Первый коллектив, который представляет свой шоу-номер под названием «Латинский микс». Коллектив из города Алматы, танцевальный спортивный клуб «Камелия». Постановщик этого номера Владимир Федоренко. Итак, встречаем «Латинский микс». Si quieres hacer un baile, yo te lo puedo bailar. Si quieres también te canto, yo te lo puedo cantar. Con este ritmo tan bueno que no se lo puede bailar. Sí, señores, tiene negra mina como suena. Tiene negra mina como suena. Si tú quieres, yo te lo puedo bailar. Oye, mira, mira cómo suena el compás. Es que comenzó la fiesta, el canto de corazón. Y ese como la tumba, hay la tumba de banca. Oye, negra, mira cómo suena el compás. Oye, negra, mira cómo suena esta canción. Si tú quieres, yo te lo puedo bailar. Увидели первый номер «Латинский микс» в исполнении танцевального клуба «Камелия», постановщик этого номера Владимир Федоренко. Спасибо вам, ребята и особенно девчата. И вновь информация для зрителей. Голосование в этой номинации будет открыто до 6 часов вечера, то есть до 18.00 вы можете отдать свой голос за каждый из трех представленных номеров. И победителя мы с вами все вместе узнаем на нашей дэнс-пати. Ну, я приглашаю наших гостей из города Семипалатинск. Это коллектив «Романтики». Номер называется «Палатина». Oh my God, got some ass. Hey.
can't believe that. До 18.00 каждый может оставить или отдать свой голос в пользу одного из показательных номеров. Ну что ж, еще один танцевальный коллектив из города Алматы, танцевально-спортивный клуб «Грация», представляет свой показательный номер, который называется «Лиса Алиса», постановщик Юлия Ростовцева. Итак, танцевально-спортивный клуб «Грация», город Алматы, «Лиса Алиса».
Аплодисменты танцевальной спортивной коллекции «Город Алматы» и их показательный номер «Лиса Алиса», постановщик Юлия Ростовцева. Спасибо, ребята, и напоминаем нашим зрителям, что голосование на сайте Ballroom.kz продлится до 18.00. До этого времени вы можете проголосовать за каждый из трех показательных номеров, представленных сегодня, и на нашей дэнс-пати мы с вами узнаем, какой же показательный номер, по мнению посетителей сайта Ballroom.kz, в итоге
стал лучшим. Ну, а теперь церемония награждения. И я с удовольствием.